Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик, ребятушки, погулять. Здоровенько, приветушки. У нас выходит второй роллинг подряд, посвященный, скажем так, девушке, хотел сказать. Нет, на аккаунте девушки у меня мало подписчиц. И, конечно же, те, знаете, единицы подписчиц из огромной массы мужиков, которые у меня на канале, к ним надо как-то особенно относиться и, конечно же, ролить вне очереди. Ребята ВКонтакте, там, у кого заявки на роллинг оставлял и прочее, я про вас всех помню, до вас всех доберусь, просто тут у меня дни были, скажем так, заполнены какими-то личными обстоятельствами, да, то есть где-то когда-то просто стримить успевал и все, и то не все дни, про всех помню. Вы у меня в сердце, не забуду, всем по ролю. Ладно, короче, смотри, какая ситуевина. Ролю Светочки, Светочки Эльварочки, она занимается аккаунтом Пельмень, прям там просто всех ушатывает по полной программе, друзья. Вы не смотрите, что здесь 23 тысячи самоцветов, да, мы просто берем, заходим на склад. Мне, кстати, надо вообще закончить этот роллинг быстро. Хоп, 69 тысяч. Хоп, ла-лай-ла. Уже тут сколько у нас? Да, короче, уже 92 тысячи самоцветов. Короче, у нас будет два момента открытия ништяков. Давай вот я пока делаю вступление. Давайте пооткрываем ништяки. Тут с вами по балаболю. Так, что я хотел рассказать. У нас сегодня парящий остров. Мы сегодня еще будем открывать, скажем так, как их, ёпта, это, ну, того, ну, всего, вы понимаете, да? У меня просто ораторское мастерство прокачано на 177 уровень. Вот, почему бы и не да. Вот, не суть. Короче, парящий остров. Роллинг. Будем надеяться, что все получится выбить. Ты знаешь, что сделай? Ты подпишись на мой телеграм-канал, ёпта. Ты хули ты еще не там, а, братуха, дружище? Ну ты шо, ну ты шо? Я буду стараться там что-то делать, выкладывать не только оповещения стримов. Короче, и не только видосы. Короче, если ты вот возьмешь вот сейчас по ссылке в описании, перейдешь, подпишешься на мой телеграм-канал. Смотри, есть только одни плюсы. Вот. Первый плюс. Если у тебя нет телеграма, то ты можешь его зарегистрировать. У тебя появится телеграм, и со временем ты поймешь, что все остальные мессенджеры — это полнейшая залупа. Второй плюс заключается в том, что если ты там не отключишь уведомления, да, тебя они заебут, но... ты не будешь пропускать стримы, и ты не будешь пропускать видосы. Ну вот, если я выпускаю говно, ты всегда об этом узнаешь самым первым, понимаешь? И ты уже будешь на порядок, скажем так, более просветлен, чем остальные сородичи вокруг тебя. Вот, это еще не все, друзья. Третий плюс. Розыгрыш 50 тысяч рублей. Хуй там, блядь. Откуда вышел? Откуда у меня такие деньги? Нет. И третий плюс. Вот я сейчас решил, короче, публиковать там всякое декоративное дерьмо, которое я вижу в других телеграм-каналах. Вы хотя бы сможете понять, почему я такой дегенерат. Но вот я считаю, что это одни плюсы. И просто нужно обязательно перейти по ссылке в описании. И как бы... Там, короче, расчехлять голубей. Вот так бы я это все дело назвал. Ну, а тем не менее, пока я вам эту всю херню рассказывал, ты уже мог взять, нажать колокольчик, да, чтобы, возможно, YouTube... Ёпта, ты посмотри, какие плюхи, какие бонусы. Чтобы YouTube... Серьезно, 7 мешков, 9 осколков... Да, господи, IGG, вы шо там, блядь, вообще нахер? В рот вас бегемотил. Вы шо? Ну, ребятушки. Короче, получается ситуация, что я забыл вообще то, о чем я говорил. Эти колокольчик-то нажми, ёпта, чтобы не пропускать. Ну как ты можешь пропустить говно, которое я выпускаю? Да, возможно, если ты нажмешь колокольчик, там все правильно настройки выставишь, ты не будешь пропускать, скажем так, уведомления от YouTube. Возможно, YouTube их даже будет тебе присылать. Не через 5 часов после того, как у меня уже стрим закончился, а хотя бы через час. Согласись, какие плюсы. Ой. Ладно, начинаем. Смотри. Лям, 281 тысяча силы. Давай не будем тратить время, потому что я должен еще успеть пройти битву гильдии. Вот, если не успею пройти битву гильдии, мне Дашка этот
блядь. Вы знаете, Дашка возьмет мою эту прямую кишку, вокруг моего горла обмотает, вытащит ее сначала, вытащит, да, мою прямую кишку, возьмет вокруг моего горла обмотает. Согласитесь, нахера нам с вами эти проблемы? Ну, не знаю, как вам, но мне точно не нужны. Смотрите, фанатика нету. Я не знаю, вряд ли его сейчас получится где-то выбить, потому что осколков в парящем острове фанатика нету. И что, реально двух героев, типа, новых не хватает, да? Колоса не хватает. Вот, мне уже там кто-то начинает писать. Вот, Колоса не хватает. Светочка уже тоже пишет там акции. Вот это вот все. Колоса и Орфея. Короче, по сути, да, ролям двух новых героев. Надеюсь, что у нас все получится. Блин, 5 месяцев. Хотел короткое видео записать. Блин, 5 минут уже. 5 минут, ёпта. 5 минут, короче, балаболю, еще ролить не начал. А нам еще пыль тратить, нам еще в акции заходить, блядь. Возможно, походу, надо будет поставить на паузу это видео. Оп! Королева мумии. Здравствуй. Ну, вот, пройти битву гильдии. И потом, грубо говоря, пойти уже как бы... Вообще изи. А, нет, блин, я должен успеть до 12, то есть я должен здесь успеть все сделать. Да, тут же этот акции, торт, вот это вот все, понимаешь? Демон-охотник, королева мумии. Блин, Светочки прет, как не знаю, что. Сходи в казино, Света. Вот. Я не гарантирую, что ты выиграешь, но, наверное, тебе повезет и проведешь хорошо время. Так, давай дальше летим. Смотри, Колоса мы уже выбили, но, судя по всему, он всем падает как говно. Ну, кроме меня, Спарки. Да, мне оно не падает. Да, мне как бы другое. Еще королева мумии, лол. Повторок прилетает нормально так. Смотри, всем падает. Мадам Боа, да. Вот, Колоса падают, мне не падает. Ну, потому что я лох. Вот. А так, в принципе, всем остальным игрокам, как я понимаю, это как говно падает, как говнище, да? То есть все нормально. Орфей пореже падает, но я надеюсь, что Светочки мы, конечно, Орфея сейчас возьмем и выбьем. У нас еще акции впереди. Это все надо успеть. Это все надо успеть, друзья. Ведьма, Тритон, Ледяной Дьявол, Фрейя, Бигфут, ух, божечки. Шаман, наемный убийца. Давай, Орфей, приди. И Колосов побольше. И Орфеев, да, типа там повторки собрать. Вот это вот все. Череп. Давай, божечки. Где... А все, типа, да, закончились, я так понимаю, эпики. Где эпики-то, ёпта? Где они? Оп, безумный ученый. Здравствуйте. Камцуме. Давай. Я не знаю, вот мне сейчас выходить, не выходить, это вот какая вам, вот вы, вот может быть он сейчас собирается мне Орфея дать, да, а я возьму, выйду и как бы не дождусь. Ауф, давай, палач, Орфей, мы уже потратили больше половины самоцветов, друзья, на минуточку, вроде бы как бы падало и хорошо, вы должны были... Слушай, вот с одной стороны, да, Орфей выпал, радость-то, как бы, и все, ну, типа, такая Светочка обрадуется. А если я сейчас не выбью еще две повторки для Орфея, да, и Колоса, то, как бы, радость очень быстро пройдет, и начнется, знаете, какая херня? Такая, бля, где взять повторки, понимаешь? Вот какая фигня начнется. И это, конечно, будет грустная тема. Это будет грустная тема, да. Эпики с ними не шутят. Ты вроде как бы и выбиваешь, но потом все равно сосешь. Ну, как бы окей, для судьбы там более-менее, да, это какой-то бонус для коллекции, это все. Но по факту же ты ж там особо-то использовать его не сможешь без эволюции. Да, там как бы динамо с эволюциями ты не особо можешь использовать. Короче, ну, против топ-игроков. Но, короче, слишком часто я использую слово «паразит», короче. Вот. Короче, это печально. Ну, что уж тут, короче, поделаешь. Давай, повторки теперь Орфея Колоса. Давай на это настраиваемся, хотя у нас осталось 17 тысяч самоцветов. И вот я как бы не знаю. Вроде бы все и удачненько, но вроде бы всех этих героев выбили, но нужны-то повторки. Нужны-то повторки, друзья. А повторки что-то безумный ученый падает, повторки, да? Вот что-то Колос или Колос, вот пишите, я думаю. Хотя вы уже написали там в комментариях, ты неправильное ударение ставишь, правильно, Колос.
А другой напишет правильно «Колос!» Вот, вот, смотрите, давайте про Орфея поговорим. Раньше как у нас было? Ты героя выбиваешь и такой, типа, похер, главное выбить, там уже все. Я ему и вторую эволюцию сделаю, и там его замуж выдам, и что угодно, да, все будет нормально. А сейчас остается 3000 самоцветов, да? И ты такой, типа, ну окей, я сейчас Орфея не выбью. И, по сути, Светочка даже не сможет сделать первую сраную эволюцию, грубо говоря, для... для этих героев. И согласитесь, это будет печально. Мы выбили два колоса, то есть вот ему уже первая эволюция пойдет, и одного Орфея. Ну, наверное, хорошо, да, то есть я просто, наверное, отвык от того, что, ну, давно на своем аккаунте не ролил, когда ты ролишь, тебе вообще ни хера не падает. Вот, возможно, я просто от этого отвык, друзья. И как бы вообще это все на самом деле дико удачно. Опять же, пишите в комментариях. Зари, а Парящий остров еще не поменяли. То есть мы тут Фрости выбиваем, и вот это вот залупень. Давай, полетели. Полетели. Так. Как бы, видишь, Орфей есть, но ему нихера ты не сделаешь. А раньше были времена, когда ты мог взять и, да, и как бы главного героя получить, а там уже похеру. Прикиньте, вот когда мы выбивали, к примеру, Вальторов, да, тратили по 40, по 50 тысяч рублей, чтобы получить этих героев, прикиньте, в то время сделали бы такую херню, что, ну, типа, нет повторки, пошел нахуй. Все. Типа, блядь, прикинь так, за 40, за 50 тысяч, там, через яйца, через, там, подзалупный творог, не знаю, выбил, короче, ты этого, блядь, я ж ролю девушки вообще. Какие слова я использую, а? Ужас. Ну вот представь, ты за 40, за 50 тысяч выбиваешь какого-нибудь сраного Вальтора. Но ты с ним ничего не можешь сделать, ты ему не можешь ни первую, ни вторую эволюцию сделать. И прикинь, тебе надо еще там 1040-50 тратить, чтобы там одну повторку получить. Прикиньте, как это было бы жестко. Но, сука, интересно. И буквально 10 человек на сервере имели бы, там, не знаю, Вальторов в то время с эволюциями. А мы паролили вот эту, опа, Секочка, Цумир, Командора, и все. Окей, у нас акции, смотри. Сокровищница. Давай посмотрим, что оттуда будет падать. Тем более, как бы, попыток 46. Ёпты, мне БГ надо пройти. Значки почета. Карта выносливости. Обновление таланта. Господи, ну ты шо? Ты понимаешь, просто посмотри, ну вот я не понимаю, ну вот что вот взять, о, бард выпал, вот что взять, ну вот трудно взять, да, и пересмотреть, вот смотри, без доната можно барда получить, да, в сокровищнице, и Мишу, кого бы, блядь, получить, Мишу или барда, ну вот, просто самоцветы накопил, паролил, но все равно не суть, как бы, ну давали бы самоцветы, такой, знаешь, кэшбэк в виде самоцветов, а тут у нас получается, ты тратишь самоцветы, получаешь 2000 значков почета, охуительный кэшбэк, блядь, если бы в реальности такая кэшбэковая компания существовала бы, она бы как бы обанкротилась бы, то есть моментально, то есть она даже там никогда бы не, на самоокупаемость не вышла бы, потому что, сука, все бы на кол посадили хозяина этой компании, ну реально, ты просто смотри, 100 кристаллов, блядь, получили в 2020 году, а нахера этот мусор тогда уже, о, жрица воды, допустим, нахера этот мусор просто раздавать, я не понимаю, ну по факту, по факту, тебе что эти 2000 значков почета? Что тебе этот золотой ключ? Да уже сделали бы так, было бы интересно. О, там еще жрица воды или осколки были, не помню. Еще один Миша, господи, еще жрица воды. Просто смотри. Ну, а что толку от этого говна? Вот, ну, что толку от этого говна, скажите мне? Уже бы сделали так, что как бы вам выпало ничего. Но зато, когда что-нибудь выпало бы, то что-нибудь выпало бы, понимаешь, награда. Награды, это понятно, кто-то на Twitch подписывается, молодец, подожди, где самый список, мешок, ага, золотой ключ, перекус супер питомца, а так по факту, а, это рудимент, а, есть жрица воды, есть рудимент, Розалинду Мишу раздают, господи, ох ты ж, ёб твою дивизию, магическая рулетка там вроде, да, за попитки, ясно, награда, создающая машина, это хурма. Я до сих пор не понимаю, как это говно работает. Магазинное безумие, выращивай призы.
Ежедневный бонус. Войди в игру. День замковладельца. Подожди, где-то тут было. Подарки. Настолка. Настолка есть попытки? А, нет, может, не сегодня донатила. Так, подожди, магическая рулетка, настолка, это мимо. А, нет, это же все здесь, правильно. Это в карнавальном торту надо искать. Забрать все. И видишь, как бы без... А так бы еще вот эту вот штуку можно было забрать. Но все равно как бы нормально. Все равно как бы нормально. Вот сейчас мы вот эти вот уведомления, типа, вы получили говно, заберем. У нас тут, смотрите, сколько бонусиков. И мы заходим сюда и, скажем так, последние ништяки дооткрываем. Вот так вот. И, в принципе, не такой уж и длинный ролик у нас получился. И, наверное, результативный. Главное, что мы выбили этих героев, а потом, ну, со временем, даже если Света донатить не будет, но с ее удачей, я надеюсь, что ей возьмет, да, грубо говоря, и все выпадет. Так, а тут у нас что? Окей. Ну-ка. 6 осколков лисы, господи, спасибо, рандом, ты такой щедрый. О, с 5 мешков больше выпало осколков Динамо, чем с 7 мешков. Вот такой вот злой, грубо говоря, рандом. Но здесь, смотри, Орфея уже 100 осколков, а Динамо 192, буквально 8 сраных осколков не хватило. Хотя Динамо, конечно, на аккаунте есть. Динамо на сервере все больше и больше. Но, смотри, то есть он как бы есть, но нужна эволюция. И первая, и вторая. И мы вот как бы сейчас дрочили-дрочили, но не хватает сраных 8 осколков, чтобы получить повторку и сделать хотя бы первую эволюцию. Ну, залупа? Залупа, ребята. Парящий остров, карнавальный торт. То есть, и это мы при том, что и пыль потратили, и все потратили. То есть, я думаю, что Светочка, конечно, надеялась, да, получить повторочку Динамо, но не вышло. Донатить, не, ну, не знаю, короче, есть ли смысл. Так бы было бы идеально, да, если бы мы повторочку Динамо получили. Мы выбили недостающих героев, но повторочку Динамо, к сожалению, не получили. А на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Не забываем подписаться на мой телеграм-канал. Всех целую. Всем пока.